Всем привет, с вами СтивПро, и сегодня покажу вам модное казино для Майнкрафта Pocket Edition. После установки данного мода в нашем мире появляется настоящее казино. К примеру, появляется такой автомат и появляется рулетка, в которой вы можете выиграть свои деньги. Что ж, во-первых, чтобы получить деньги, вам понадобится убить любого моба. К примеру, давайте убьемся на зомби и получим с него деньги. А деньги будут вам начисляться сразу после убийства этого моба. Как видите, нам написали, что мы получили $50. Это довольно большая сумма. Все же, теперь давайте попробуем поиграть в автомат. Как видите, мы выигрываем, но также мы можем уйти под минус. Чтобы узнать свой счет монет, вы должны написать команду Money, после чего вам покажут ваш счет. У меня $510. Вот. Ну, теперь давайте пойдем к рулетке. Вы видели, как работает автомат. Теперь пора посмотреть, как работает рулетка. Ну, чтобы сыграть в рулетку, вы должны написать команду. То есть вы должны поставить либо на черное, либо на красное. Ну, я поставлю на красное. И мы выиграли 150. Теперь давайте попробуем поставить на черное. Для этого вы должны тапнуть по этому блоку и написать, значит, что вы ставите. Я ставлю, как я сказал, на черное. И нам, смотрите, повезло, мы опять выиграли 150. Так, теперь давайте поставим опять на красное. Так, а нет, подождите, я забыл тапнуть по блоку. Ну, теперь все будет нормально. Так, ставим на красное, и что он нам пишет? Мы проиграли $50. Ну, такое тоже бывает и в реальной жизни. Так что, довольно классный мод. Вот, скачивайте и оценивайте его. Как видите, текстуры тоже более-менее нормальные. Но все же они должны быть доработаны. Что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.